Всем привет! Пришла вот такая вот штучка с сайта AliExpress. Предназначена для яблока и стоит $1.74. Шла 19 дней. Трек-номер не отслеживался. Цвет я не помню, какой заказывал. Пришел оранжевый. Так, здесь пусто. Ну, предназначено для того, чтобы кому-то может лень обгрызывать. Так, здесь уже видим какая-то грязь. Конечно, надо это все помыть, но мы этого делать не будем, дабы сэкономить время. Покажу, как она работает. Так, вот яблоко дома нашел. Сейчас посмотрим. Может, я неправильно делал. Так. Вынимаем. Получается вот такая вот дырень. Косточек здесь нету. И вот такая вот огрызок такой остается. Ну, для детей, чтобы вместе с косточками не ел, как бы нормально будет. Ну и для взрослых, кому лень обгрызывать. Вынял и можно кушать яблоко целиком. Так, ссылочку оставлю в описании.